Ребята, всем привет! Вы на канале Ксюня Флай. Смотрите, что в Play Market. Нул приложение. Никогда его никогда не скачивайте. Просто посмотрите, ой, какие отзывы. Посмотрите отрицательные. Ну, это приложение странное. После него, него у меня начали пропадать приложения и игры. Это мне не понравилось. Потом у меня не включался телефон. Когда телефон включился, потом у меня начало лагать, и у меня дома начали происходить страшные звуки. Я удалил игру, и все вернулось. Не было звуков страшных. Телефон включался. Это опасное приложение для детей. Пожалуйста, будьте аккуратны. Лев Горчаков. Вообще. Второй отзыв. Это приложение для убийств телефонов. Я загрузил это приложение на старый Samsung. Она начала удалять приложение. Потом телефон сам отрубился и написано: «Ваш Android сломан». На следующий день я его понес в ремонт. Его снова сделали и удалили это приложение. Я скачал на свой другой телефон. При скачке телефон начал выдавать ошибки, чтобы вы проверили устройство. И он также вырубился. И появилась надпись: «Ваш Android сломан. Не скачивайте это приложение». Вот так вот, ребята. Так что будьте осторожны. Еще. Это просто ужас. Ужас какой-то. Он поставил 2 звезды. Происходит вообще. Это приложение взлом. Я просто скачал, и ничего не было. Но потом мой телефон вырубился и спустя час включился. Мне начали приходить сообщения, и потом мой телефон опять выключился, но уже на 2 часа. Итак, не скачивайте это приложение. Ух, даже страшно стало. Вообще. Мне очень сейчас страшно. Поэтому не скачивайте это приложение. Перед тем, как скачивать это приложение, я сначала смотрю отзывы. Хорошие они или нет. Оно просто у меня нашлось в Ютубе. И говорили, там опасно. Это реально опасно. И еще один отзыв. Кстати, это рубрика «Читать опасные отзывы про...» Ну, короче, отзывы про опасные приложения. Так, Сергей Понкратьев. Господи, какие фамилии сложные. Я положил телефон на час, и выключилась вкладка. На меня смотрел мужик, пристально смотрел. Я перезагрузил телефон, вроде все нормально. Поставил на час еще раз, там появился Соник Ехе Стру. Я не буду это читать. Вот что там написано. Поэтому я не буду это читать. Не скачивается нул, если дорог телефон или комп. Ну, комп — это компьютер. А потом я перезайду, и все нормально. А приложение удалилось само по себе. А после этого начали удаляться приложения. И когда на телефоне осталось одно приложение, на телефоне сбросились настройки заводные. И вот сейчас я хочу написать, чтобы никто не скачивал. Ну, это вирус. Хотя тут написано «вирс». Ну, что, наверное, умник забыл написать. Так, тут по-английски написано. Так что я это...
Я не могу прочитать имя, я не знаю английский. Да, я по переводчику была, ну и чё? Это вирус, не скачивайте. Ну, хотя я знаю. Так, прочитаем вот этот. Так, вот его имя. Сейчас прочитаем. Вот. Так. МР Винер. Винер? Допустим, Винер. Буду знать его Винер. Это вирус, не скачивайте. Первое. Телефон глючит. Второе. Я пару часов назад чистил память. И когда установил нул, у меня занялось 100% памяти. А, кстати, от 100% памяти телефон просто тормозит. Третье. Телефон не взломается и не вырубится, а просто занимает фул, нул или фул, память и глючит телефон, но скачивать не советую. Одна звезда. Миша Александров. 3 звезды. Ничего себе. Зачем? Приложение не работает. Ой. Так. Приложение не работает. Я в него захожу, и там белый экран. Вы сделаете... Опять неправильно пишет. Вы сделаете что-нибудь в этом приложении. Я буду его обижать, потому что не хочу. И причин нету. Оно просто занимает память. Оценка 3 из 5. Пока. Сделайте что-нибудь о приложении. На этом все. Так. Юлия Коша. Ой, Кош. Кокша. Коша. Коша. Не знаю, ничего не происходит. Поставила телефон на 1 час. Ничего. Никаких фоток. Тупо выходишь из приложения и не... Что не лагает. Но приложение не... Ой. Но телефон разряжает. Я смотрю сейчас. Час в телефон на белый экран. Захожу в галерею, а там нету фоток. Я проголосовал за 1 звезду, потому что тупо смотришь и ничего. Ничего себе. Это, я думаю, реально первый раз я верю. Вообще. Для чего? Вот проведем вопросик. Для чего создавать такие приложения? Уже от них страшно становится, как будто дома, кроме моей семьи, кто-то еще есть. Какой-то призрак. Признак. Признак. У меня дома признак. Вообще. Господи, какие же люди ужасные, кто это сделал приложение. Ну, конечно, людей не бывает хороших. Ну, люди все хорошие. Ну, короче, людей хороших не бывает. Но они плохие просто. Для чего это делать? Для чего людям телефон ломать? Я поняла. Я пока читала все эти отзывы за кадром. Там было написано. Там было написано, что все данные телефона и номер телефона это приложение или кто-то там. Короче, хакер, я буду его называть, выложил в интернет, в соцсети. Потому что я думаю, что когда скачиваешь это приложение, все данные телефона, все фотки, короче, все данные телефона, даже сколько у тебя сейчас времени, наверное, присылается это все разработчикам. И они просто контролируют твоим телефоном и выкладывают это в соцсети. Все данные твоего телефона. Я, например, так думаю. Так, ну давайте.
Так, это мы читали? Короче, это мы не читали. Мы сейчас читали Юлия Кокша. Теперь Томик Атанасьев. Так. Люди, я не знал, что это приложение, опять не так пишет, ужасное. Но мне повезло, что у меня Android 11. Понятно. Кстати, вот этот канал, еще раз, 100 раз вам говорил, этот канал не с моего телефона, это с бабушкиного. Поэтому я так редко снимаю видео. Мой телефон Android 12. Короче, в общем, скачал приложение, даже не знал, что будет, и отзывы не читал. Телефон пишет, найдена угроза, приложение нул. Но я не обращал внимания и сидел. Давайте будем это называть, сидел в телефоне. Потом пошел играть в игру, Телефон перезапустился, включилась система безопасности телефон. Безопасности. Телефон сам удалил приложение Null. Короче, это приложение вредно на старых Android или iOS. Ни в коем случае не скачивайте. Это даже если у вас Android 11. Это вирус. Он заполняли... Нет. Телефон всякой фигней. Ладно, это, я думаю, это мат. Это не мат, это просто плохое слово. Так, Ева Ткачева. Сейчас, какая фамилия. Так, сейчас. И последний отзыв на сегодня. Это вирус. Пришлось сбрасывать настройки телефона. И только тогда он удалился, в случае, если вас этот вирус сильно волнует. Обратитесь в техподдержку Google Play и расскажите им о том, что они вообще твари. И не удалили вирус. И на этом рубрика читаем... отзывы опасных приложений. Ждите вторую часть. Всем пока!